На отчете Моисея Шамаилова присутствовал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. В этом году его команде предстоит не только принять все полномочия по управлению поселениями, расположенными на территории округа, но и заняться реализацией планов развития, которые были намечены их администрациями. Наша основная задача той администрации, которая будет организовываться, во-первых, не утратить той динамики, которая сейчас есть, а планы на 2020 год, я считаю, что очень хорошие, наработки очень хорошие. Нам важно не просто исполнить все, но и добавить. В докладе глава городского поселения Видное основное внимание уделил экономическому анализу исполнения бюджета и конкретным делам, выполненным в городе в 2019 году. В отчете он отразил наиболее важные цифры и данные. Исполнение бюджета городского поселения Видное по доходам. Бюджет муниципального образования городского поселения Видное Ленинского муниципального района по доходам, утвержденный на 2019 год, составил 1 340 221 000 рублей. Выполнен он на 99,8%. В 2019 году на городской территории выполнены работы по комплексному благоустройству на 13 дворовых территориях на сумму 138 миллионов рублей. Стоит отметить, что виды и объемы работ были согласованы с жителями. В прошлом году выполнен ремонт кровли на 12 домах. В настоящее время у них утепляются фасады. Также произведена замена системы газоснабжения в 15 многоквартирных домах. В 2019 году был выполнен капитальный ремонт 43 многоквартирных домов, в том числе ремонт кровли 17 домов, фактически 12 выполнено, 5 еще в работе, должны завершиться с опозданием сроков, но вот в ближайшее время. На мероприятии участникам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали к 75-летию Победы. Среди награжденных Олимпиада Яковлева, бывший малолетний узник фашистских лагерей. О лагерях что я могу сказать? У меня от моего возраста остался только страх. А остальное я не помню. Голод, бабушка там свою порцию мне отдавала. А так только страх, который остался на всю жизнь. Боишься? Вот дочка мне говорит, что ты всего боишься? Потому что боишься, боишься. Не дай бог, чтобы еще что-то это повторилось. На встрече жители могли задать вопросы на волнующие их темы и получить ответы не только от главы поселения, но и от заместителей главы администрации Ленинского муниципального района, депутатов, начальников управления и служб, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений города. Наталья Буслаева, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.